Днями у світі відзначали День вегетаріанства. А хтось переходить на цей напрям, тому що хоче більше піклуватися про своє здоров'я. А комусь шкода тварини і різні ситуації. Але навіть я хочу вам сказати, хто з зірок нашого такого яскравого шоу-бізнесу саме дотримується вегетаріанства. Бред Піт, Камерон Діос, Пол Маккартні і навіть Піфагор, на секундочку, теж вегетаріанець. І сьогодні в нашій ринковій студії на нашу таку цікаву бесіду завітала Ольга Іванова, вегетаріанка. І ми поговоримо про вегетаріанство. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую вам, що ви все ж таки знайшли сьогодні час завітати до нас. І у мене перше до вас запитання. Що взагалі для вас таке вегетаріанство? Навіщо його ви обрали і саме з яких причин? Ну, на самом деле, вегетарианство – это и философия, и образ жизни. Конечно, я не была изначально вегетарианкой, я была, как и все, мясоедом, причем таким активным мясоедом, завтракала мясом, и без этого я не понимала, как вообще прожить жизнь. Но с детства у меня постоянно крутился в голове один вопрос, что это же животные, и их же убивают. Вот. А потом мы их едим. Ну, поскольку ели все мясо, я как-то сначала так особо не задавалась. Ну, мы едим и едим. Вот. И тем более, что я городская, поэтому я не видела вот этих всех процессов, ничего. А где-то лет 10 назад у меня подружка стала вегетарианкой. И я с ней начала общаться на эту тему и говорю, что ну все-таки... Почему? Она говорит, понимаешь как? Мы с тобой... А, я говорю, мы же не убиваем. Она говорит, убийство – это грех. Да? Я говорю, ну мы-то не убиваем. Она говорит, ну мы являемся заказчиками убийства. Вот. А поскольку я очень люблю животных, всех, очень люблю, я начала над этим задумываться. И начала изучать литературу на эту тему. И увлеклась еще ведической литературой. И там есть такое понятие ахимса. Да? Не причинение никому зла, ахимса. И я подумала, что почему... И еще, кстати, в заповедях Божьих тоже есть «не убий». Но церковники, они трактуют так, «не убий человека». Это не так. На самом деле «не убий», просто никого не убий. Ну и когда я начала над этим всем задумываться, я поняла, что я не хочу быть заказчиком убийства. Это самое первое, конечно. То есть первая причина – это то, что вам шкода была тварины. Я очень люблю животных, и я начала изучать, как живут эти животные. На самом деле у животных есть душа. Животные привязываются к нам, да, мы же знаем. Нас же почему-то оскорбляет и возмущает, когда корейцы едят собак. Потому что мы считаем, что вот собаки, они друг человека, и они нас понимают. Но я вам скажу, что те, которые общаются с теми же коровами, они говорят, что это самое безобидное животное, и что они так привязываются. У меня была женщина, которая, хотя она и мясоед, но она мне говорит, да, Оля, я когда вела на убой свою корову, она плакала. Они плачут. Понимаете, они знают это все. Я уже не говорю о том, что вот эти вот бойни, то есть такое массовое заказное убийство, причем для чего? Вот для чего? Давайте поговорим дальше. Я перешла к чему? К здоровью. Да? Что когда я отказалась от мяса, потому что бытует такое мнение, что нет белка, не будет хватать белка, это все не так. На самом деле, если вы будете изучать ведическую литературу, то вы узнаете о том, что наш организм – это просто фабрика по производству и витаминов, и микроэлементов, и всего. Что... А я так? А вот так вот. Ну, ну как? Ну, потому что у нас есть печень, да, у нас есть поджелудочная, которая вырабатывает ферменты, вот, у нас есть там почки, которые это все разбрасывают. И на самом деле, если вы задумаетесь, как работает организм, то вы поймете, что это сложнейший механизм, который самодостаточный. И с ним главное очень правильно обращаться. И тот же Гиппократ сказал, мы то, что мы едим. Мы то, что мы едим. Вот. И если вы будете правильно питаться и правильную пищу в себя закладывать, то, соответственно, и правильно думать еще. То есть образ жизни должен быть правильный. То, соответственно, у вас сам организм начнет вырабатывать все, что вам нужно.
Вот. И абсолютно не обязательно есть мясо для того, чтобы получить білок, потому что есть природный білок, это зерновые. А ось просто момент того, що я знаю, саме вегетаріанство, кажуть, воно набагато дорожче, ніж от саме коли ти вживаєш м'ясо. Тобто тобі потрібно знайти такі замінники, весь час собі там готувати. Я знаю, вони знайомі є, вони самі котлети з якоїсь там сої роблять. Ну, прям вони на смак нагадують м'ясо, але взагалі без м'яса. Ну, я би все-таки рекомендувала людям переходити, ну, вернее, поміняти філософію, розумієте, і розвити собі вкус любви к фруктам, к овощам, к тим же бобовим, да, потому что, например, очень много белка в зелени, очень много белка в капусте, ну, в бобових, соответственно, зерновые очень нужны. Поэтому я не могу сказать, что это намного дороже, и я вам скажу, что не дороже. Вот, потому что то, что является гарниром для мяса, для меня является основной пищей. Понимаете? И то, что... Ну, понимаете как? Вот аюрведа, еще вот такая наука, я рекомендую тоже всем познакомиться с этой наукой. Ей 5000 лет. Сразу вам говорю, так забегая вперед, потому что знаю, что будут вопросы. Я 10 лет вегетарианка, и я вообще не пользуюсь никакими докторами и фармацевтикой вообще. Понимаете? Почему? Потому что когда я решила, что я откажусь от мяса, от рыбы, от яиц, я от всего отказалась. Тобто, от морепродуктов, от всего, что живое, что движется. Вот. Потому что живое это, конечно, все. Живые они и растения, все живое. Но от того, что имеет свою нервную систему особого характера, да, что вот оно может отреагировать на мое действие, хотя и цветы реагируют, понятно. Вот. Но те, которые хоть как-то еще мыслят, да, размышляют, хотя вы знаете, вот разрешено, например, есть моллюсков, то я моллюсков тоже уже не могу есть. Они для меня тоже живые, они движутся, и поэтому мне их жалко. Хотя в свое время обожала морепродукты. Вот. Но моллюски считаются на уровне травы, поэтому, по идее, вегетарианцы едят моллюсков некоторые. Это 10 лет, да, здесь уже? Да, 10 лет. И понимаете как? У меня получилось наоборот. У меня здоровье улучшилось, а не ухудшилось. Почему? Потому что мясо само по себе, оно очень тяжелый продукт для нашего организма. Самое первое. Как только убивают животное, я не говорю о том, что уже его убивают с эмоцией страха. Даже когда стараются его не убить, там, и, там электричеством убивают или еще что-то такое, оно знает, животное мыслит, оно понимает, что его ведут на бойню. Если вы считаете, что не понимает, понимает. Вот. Я не знаю, конечно, про рыбу. Рыбу я уже так заодно перестала есть. А вот коровы, свиньи. Я с людьми разговаривала. Те, которые держали этих животных, куры даже, они все знают, что их сейчас будут убивать. И они к этой смерти готовятся. Просто у них, конечно, уровень сознания не такой, как у нас. Но они это понимают, и гормон страха у них... вырабатывается. И даже если их убивают так, что якобы они не замечают, они знают, что их убивают. И уже мы получаем продукт с энергией страха. Понимаете? И мало того, оно тут же становится трупом. Тут же. Вы думаете, там свежее мясо? Нет. Тут же появляются бактерии, которые начинают его есть. Вот. И, соответственно, мы уже получаем в организм, извините меня, пожалуйста, мясоеды, но мы получаем труп. Да? Просто свежий. Вот. И потом, значит, он у нас в организм попадает. Попадает вот эти вот предметы распада попадают в кровь, да? И оно разносится по всему телу, это предметы распада. И наполняет нас. И мясо переваривается 4-6 часов, а выводится из организма 8 часов. Ага. Понимаете? Ну, дивіться, тут просто такий момент, що я чула теорію, наприклад, того, що навпаки без м'яса потім людям ну, не стає краще. От я такі ну, чула думки. Правильно, тому що б'ють на те, що білки, да? Вот. Б'ють на те, що мускулатуру. Да, дійсно, там з мускулатурою може бути не дуже, але той же Шварценеггер, він вегетаріанець. І, извините, він ну, з 2016 року вегетаріанець, і він теж зрозумів, що мускулатура, ну, можно находить
то количество белков, которое тебе нужно, и в том же сейтане, в той же сое. Я же говорю, зелень прекрасна. Так зелень, она хороша и кровотворная. Ось, знаете, тут такий момент просто... Це, звісно, круто, от коли от ви змогли перейти. Я, наприклад, по собі орієнтуюся. У мене такий момент, коли я можу за день нічого не поїсти, не з'їсти м'ясо, і в мене, знаєте, наче аж трошечки так... То у мене теж так же було. Якийсь такий тривожний стан ось починається. Да, да. І я вже не раз думала, що ну треба перейти, ну давай. Але я не можу. От, ну, я, можливо, я, знаєте, просто ще свідомо до цього не готова, але це треба повністю змінити свій раціон, це потрібно знайти замінники. Давайте на вашу думку все ж таки, скільки йде оцей етап переселення, наприклад, там 3 місяці, 5, півроку, і як поступово зробити так, щоб все ж таки стати вегетаріанцем? Смотрите, це, звісно, повинно стати образом життя. Угу. Спочатку повинно з'явитися бажання. І я одразу ж всім говорю, якщо у когось з'явиться бажання стати вегетаріанцем, не переходите резко, ни в коем случае, потому что, может быть, вы даже и встречали людей нервных и раздраженных, которые mm-hmm. вегетарианцы, так. И даже у нас такое было, вегетарианец, почему? Потому что человек не принял это в себя, да, mm-hmm. Он просто сказал, да, я буду вегетарианцем, а организм этого очень требует, потому что, опять-таки, я же говорю, он самодостаточный, и он привык к тому, что он получает эти мясные продукты. Я переходила как? Я сначала решила, что я перейду. Угу. Я начала, значит, находить огромное количество. Это же и экономически, все равно экономически это не так дорого, как мясо, потому что не так зависим. Угу. Потом меняешь образ жизни в каком плане? Я начала вставать в 4 утра. Uh-huh. Вот. Я ем только в первой половине дня, uh-huh. я завтракаю фруктами, вот. Но зимой, например, когда нет фруктов, uh-huh. я, ну, есть яблоки и тыква. Вот это вот зимой для меня, я их притушиваю еще, вот, и так вкусненько на топленом масле, притушиваю с сахарком, и великолепно, с орешками можно, можно без орешков. Ой, вы не хотите такого, вот, я же да. их запутила. Потом я где-то в 11, это по аюрведе я, в принципе, так, ну, по аюрведе там чуть позже, в 12, я в 11 ем кашу. Угу. Ем кашу, и кашу с какими-то овощами я ем, да, вот. И потом где-то вот до 4 я еще съедаю. А, и самое главное, дозы по mm-hmm. аюрведе. Значит, каждый человек должен съедать сухой еды, это 2 ладошки своих, mm-hmm. и жидкость 1 ладошка. Вот mm-hmm. если вы такими дозами будете кушать, у вас перестроится организм, и вы много не будете хотеть есть, и вы будете наедаться. Я сейчас себя ловлю на том, что я просто балдею от того, что я съела там какое-то яблоко, а я уже сыта, понимаете? Mm-hmm. А, вот. Что-то я хотела сказать. А, я просто хочу, чтобы успеть сказать. Но потом... Мало того, что меняешь свой режим дня и свое питание, до 6 я ем, после 6 не ем mm-hmm. вообще ничего, то плюс к этому обязательно переходите медленно, вот если хотите переходить. Откажитесь от красного мяса. Вот я хотела зачитать, что 26 октября, 2000, вот от него обязательно откажитесь. Mm-hmm. 2015 года Международное агентство по изучению рака, агентство ВОЗ, занимающееся проблемой рака, оценило канцерогенное воздействие употребления красного мяса и мясной продукции. После тщательного изучения накопленной научной литературы рабочая группа в составе 22 экспертов из 10 стран, созванная программой монографии МАИР, классифицировала красное мясо как, вероятно, канцерогенное для людей на основе ограниченного объема фактических данных о том, что потребление вызывает рак у людей. Ага. Красное мясо. Откажитесь хотя бы от красного. Я отказалась от красного мяса, и около года я была на птице. Uh-huh. Вот, на курице и на индюшке. У меня, конечно, была цель отказаться вообще от мяса. Вот. Не отказывайте сразу, потому что организм будет бастовать. Uh-huh. У вас могут быть изжоги, у вас могут быть там вздутие живота, еще что-то такое. Это не надо так. Обязательно делайте медленно, но обязательно меняйте философию и вкус.
А знаєте, ще момент того, що от, те, що, наприклад, мене більш за все зупиняє, це ненормативний графік, і ти інколи біжиш і хапаєш собі якусь їсти, ну, що схопила. Але в основному це якісь бургери, булочки, ну, ще да, щось. Да, да, да. Тобто навіть немає місця для перекусу, щоб воно було з вегетаріанським таким нахилом. Умовно кажучи, в Києві ще можна знайти, а в якомусь маленькому містечку, то людям з цим буде складніше. Але я зрозуміла те, що ви кажете, поступово із мислення починати. Постепенно, да, поміняйте образ мислі. Мені теж дуже складно. У мене, во-первых, і муж м'ясоєд, і вся сім'я м'ясоєд. У мене тільки сестра вегетарианка, якщо вона смотрит, привіт. Вот. А всі остальные мясоеды. Поэтому поначалу как? Я, конечно, не делала себе специально вегетарианское, я просто ела салатики, там, картошечку, ну, я сподіваюся, там, що... кашечку и все, понимаете? Я сподіваюся, що все ж таки після спілкування з вами і вашого прикладу, теж як ви 10 років вже ось, саме вегетаріанка, то і наші глядачі зрозуміли, що реально і можна, і бачите, виходить економічно теж не дуже сильно дорого. Усім привіт і дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, як завжди, ми вас здивували, ми вас зацікавили і обіцяємо, що далі буде ще більше. А для того, щоб нічого не впустити, головна умова – бути нашими друзями, тобто підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки і, звісно, коментар. Зустрінемось! We'll be right back.